Лучших российских военных, в том числе и участников по выполнению специальных задач в Сирии, чествовали сегодня в Москве в Национальном центре управления обороной. Лауреаты фестиваля конкурса «Армия России» получили награды из рук министра обороны Сергея Шойгу. Большое количество наших офицеров, летчиков, моряков сегодня проходят службу, защищая нашу родину от международного терроризма в Сирийской Арабской Республике. Каждый день совершая сотни вылетов и выполняя те задачи, которые не под силу другим. Поздравляю сегодня этих замечательных ребят. Я хотел бы пожелать, чтобы как можно больше времени мы тратили на учебу, тогда намного легче будет в бою. Во вручении наград приняли участие губернаторы Тульской и Ярославской областей Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов. У обоих биографии службы в силовых структурах, генеральские звания. У Дюмина звезда Героя России. Еще один губернатор – участник церемонии, глава Подмосковья Андрей Воробьев.